Классический тип истребителя, сложившийся во время Второй мировой войны, представляет собой одноместный моноплан с низкорасположенным крылом и двигателем водяного охлаждения. Примером тому являются немецкий Messerschmitt 109, английский Spitfire, советский Як-3 и воплотивший эту концепцию, пожалуй, с наибольшим изяществом, американский P-51 «Мустанг». Конструкция «Мустанга» отнюдь не претендовала на принципиальное новаторство. Скорее, он стал одним из последних и, возможно, самых распространенных истребителей с поршневым двигателем, в котором инженерная мысль нашла свое наиболее удачное обобщение. Самолета на свет способствовала масса случайностей. Во время битвы за Англию командование королевских ВВС остро ощутило нехватку истребителей и вознамерилось срочно закупить большую партию американских самолетов Кертис П-40. Однако фирма была не в состоянии достаточно быстро справиться с таким заказом. Тогда закупочная комиссия стала искать кого-то другого, кто смог бы взяться за производство истребителя Кертис. На примете англичан была американская фирма North American Aviation, которая произвела на них прекрасное впечатление еще в 1938 году. Получив от Лондона заказ на учебно-тренировочные самолеты АТ-6 «Гарвард», компания прекрасно справилась с заказом, несмотря на то, что была новичком в авиастроении. Ее дебют состоялся в 1934 году. «Гарвард» принес фирме North American первый успех. Все отмечали качество производства и добротность конструкции самолета. Он очень понравился заказчикам. North American Aviation была воплощением типично американской хватки, энергичности и энтузиазма. Контракты по АТ-6 она выполнила точно в срок и с высочайшим качеством. Молодая фирма придерживалась самых современных методов массового производства, внедряя где только можно конвейерную сборку и механизацию, добиваясь таким образом четкости и быстроты процесса при самом высоком качестве конечной продукции. Здесь не терпели никакой суеты и штурмовщины, хотя в конце 40-х она не выделялась собственными конструкторскими разработками, зато успела заработать серьезный авторитет в области организации производства. Закупочная комиссия англичан, высоко ценивших компетентность и надежность North American Aviation, обратилась к этой фирме с предложением запустить в производство истребитель P-40 по лицензии компании Кертис. North American готова была принять этот заказ, но особой радости от сборки чужих самолетов не испытывала. Президент фирмы Киндлбергер, человек со светлой головой инженера и хваткой коммерсанта, предложил, чтобы его компания создала для англичан совершенно новый и лучший истребитель. Он брал обязательство уложиться с проектированием и постройкой первого прототипа ровно 120 дней.
срок, который так бы понадобился для развертывания производства П-40. П-40 являлся развитием серии истребителей типа «Хок». Базовой моделью послужил истребитель П-36, удачная в целом машина, но с недостаточно мощным двигателем. Он был принят на вооружение в 1934 году. Из-за малой высотности двигателя «Алисон» применение П-40 ограничивалось пределом в 3-4 тысячи метров. Благодаря налаженному серийному производству, П-40 был сравнительно недорог и мог быть поставлен в кратчайший срок. Его заказывали в больших количествах, чтобы на время пополнить перемалываемые в мясорубке войны строевые части. Все считали, что его быстро сменят более совершенные машины. Но получилось так, что П-40 продолжали выпускать в течение всей войны. Это при том, что его конструкция считалась устаревшей еще в конце 40-х. Его обошли Мессершмитт-109, Спитфайр, Яки и другие европейские самолеты с лучшей маневренностью, мощным вооружением и более четко выраженной функцией как истребителя. В 1939 году англичане брали П-40 по той же причине, что американцы. Он был лучшим в тот момент. Локхед П-38 был еще далек от завершения, а Тандерболт еще не обрел окончательных форм. Даже на чертежных досках ничего не оставалось, как брать П-40. В 10 апреля 1940 года был подписан контракт на полномасштабное проектирование и постройку прототипа с предъявлением на испытание в январе 1941-го. По мере того, как у конструкторов North American продвигались дела с проектированием своего нового детища под заводским обозначением NA-73X, англичане не скрывали восторгов. Еще до первого испытательного полета они увеличили заказ, доведя его до 620 машин. 9 декабря 1940 года фирму известили, что в соответствии с принятой в королевских ВВФ традицией новый самолет получил название «Мустанг». Установленные на фирме 16-часовой рабочий день и 7-дневная рабочая неделя дали свои плоды, и через 102 дня прототип выкатили из сборочного цеха. Поставка двигателя задержалась на 20 дней, и в итоге самолет был готов на 2 дня позже договорного срока. Коллектив под руководством главного конструктора Реймонда Райса и ведущего проектировщика Эдгара Шмюда добился блестящего результата. Он тем более невероятен, если учесть, что их детище даже спустя годы оставалось верхом совершенства. В сентябре 1940 года командование ВВС армии Соединенных Штатов провело испытание двух «Мустангов» на аэродроме Райтфилд. Самолет получил обозначение XP-51 «Апач» и, несмотря на неплохие результаты, особого интереса не вызвал. Было признано только, что это лучший из поставляемых по ленд-лизу истребителей. На XP-51 были установлены 4 пушки калибра 20 мм вместо прежних 8 пулеметов. Самолет получил оценку «отлично» за прочность и скоростные данные, маневренность и дальность полета. Маловысотный двигатель «Алисон» V1710 мощностью 1325 лошадиных сил не позволял включить его в класс истребителей сопровождения. Зато «Апач» хорошо подходил для выполнения тактических и разведывательных задач. Новинкой самолета было крыло с ламинарным профилем, имевшее пониженные несущие свойства, но и меньший коэффициент сопротивления. Восторженные отзывы союзников о боевых качествах «Мустанга» сделали свое дело, и 16 апреля 1942 года ВВС заключила с North American контракт на поставку 500 самолетов «Мустанг» в варианте пикирующего бомбардировщика. Им было присвоено название А-36А «Апач». Самолеты вооружали 6 пулеметами калибра 12,7 мм и 2 подвешиваемыми под крылом 250-килограммовыми бомбами. С пикирования на крыле установили сверху и снизу щитки воздушного тормоза, ограничивающие скорость пикирования до 400 км в час.
Без этих щитков самолет разогнался бы до скорости 800 км в час, чего не допускала прочность планера. В горизонтальном полете А-36А развивал с подвешенными бомбами скорость до 500 км в час. Хотя в будущем самолет ожидали многие конструктивные изменения, на первом этапе его боевой карьеры ахиллесовой пятой был двигатель. С набором высоты мощность алисона падала, делая машину неповоротливой и плохо управляемой. Пилоты восторгались поведением истребителя на малой высоте. Их устраивали и скорость, и маневренность. Во время учебных полетов с трофейными немецкими истребителями П-51 вел себя очень уверенно, но лишь до той поры, пока его не затягивали на высоту. Исходя из этого, логично было использовать машину на малых высотах, главным образом для выполнения тактических заданий, поддержки наземных войск, фоторазведки или воздушного прикрытия поля боя. Само собой напрашивалось также использование его как пикирующего бомбардировщика. Аэродинамика самолета не вызывала сомнений, однако самолет имел свои ограничения, и с ними приходилось считаться при определении профиля его боевых заданий. ВВС «Мустанг» совершил в качестве фоторазведчика F-6A в Тунисе, вылетев 9 апреля 43 года на разведку немецкого аэродрома. Через две недели зенитками был сбит первый F-6A, и выявилось, что самолет весьма уязвим. Его можно было сбить не только из пушки, но даже из стрелкового оружия, попав в систему водяного охлаждения, в радиаторы и другие трубопроводы. Истребители «Тандерболт» со звездообразными двигателями имели гораздо большую боевую живучесть. Еще хуже обстояли дела, когда «Мустанги» начали выполнять функции пикирующих бомбардировщиков. Он становился легкой добычей для наземных стрелков в момент выхода из пике. Пока самолет мчался вниз, в него можно было прицелиться, а затем он подставлялся под огонь в самом незащищенном виде. Если вместо намеченной точки бомбометания «Мустанг» просто пролетал над землей, скорость надежно защищала его от обстрела. Попасть в него мог разве что суперстрелок. В боевых условиях воздушные тормоза у истребителей бомбардировщиков А-36 были по большей части закреплены в нейтральном положении, и заход на цель производился с помощью иных приемов. В ходе войсковых испытаний, еще до массового использования А-36, как раз и были отмечены эти две особенности самолета – высокая точность бомбометания при опасной уязвимости самой машины. А-36 и другие «Мустанги», оснащенные двигателем «Алисон», проявили себя как грозное оружие. Во время высадки союзников в Сицилии эскадрильи «Мустангов» наносили бомбовые удары по батареям противника на острове Пантеллерия. За 35 дней боевых действий в этом регионе А-36 совершили более 1000 вылетов, потеряв при этом 20 самолетов. Имели высокую точность и кучность огня на бреющем полете. Другим приемом, которым в совершенстве владели пилоты А-36, было групповое рикошетное бомбометание. Для этого на бомбы устанавливали взрыватели с замедленного действия. Такая бомба, сброшенная неподалеку от цели, несколько раз отскакивала от земли, прежде чем взорваться в намеченном месте. Всего было построено 1510 самолетов «Мустанг» с двигателем «Алисон». В английских королевских ВВС они применялись вплоть до мая 45 года. Эти самолеты несколько недооценивались из-за недостатков силовой установки. Тем не менее, нельзя преуменьшать ценность аэрофотосъемок, выполненных разведчиками F-6. Фотоаппарат устанавливался позади фонаря кабины пилота под некоторым углом вниз и назад, не требуя переделки конструкции. В ряде крупных боевых операций, таких как на индо-бирманской границе, именно этот самолет обеспечивал успех союзным силам.
Продвигаясь с кровопролитными боями по территории Бирмы, на соединение с блокированными войсками, союзники в труднейших условиях бездорожья и пересеченной местности практически полностью зависели от снабжения и огневой поддержки с воздуха. Пехота могла тащить на себе разве что минометы, но уж никак не гаубицы. Тут-то и сыграли свою роль мустанги. Осуществляя воздушную разведку маршрута, пилоты А-36 осуществляли четкую тактическую поддержку и расчищали препятствия на пути следования войск. Их постоянные беспокоящие действия выводили противника из равновесия и сводили на нет боеспособность укрепленных пунктов, которые отступающие японцы оставляли в тылу союзников. Ожесточенные бои велись за немногие аэродромы в джунглях. Как только войска захватывали летное поле, туда немедленно высылались инженеры. Трактора и другая техника перебрасывались малонадежными планерами. Требовалось срочно приводить в порядок взлетно-посадочные полосы для приема транспортных самолетов. Фронтовой оператор снимал эти кадры, когда японский арьергард, окопавшись всего в 2 милях отсюда, яростно оборонялся и на базу непрерывным потоком доставляли раненых. Если бы у японцев была хоть какая-то артиллерия, они могли бы обстреливать летное поле со своих позиций. А так союзники развернули свои походные медпункты прямо взлетно-посадочными полосами. Помешать им мог разве что случайный авианалет японцев. Учитывая экономическую мощь и материальные ресурсы союзников, урон от такого налета мало что значил в общей расстановке сил. Гораздо серьезнее влияли на ситуации муссоны и сезон дождей. Реки вздувались, и тогда материальные потери наземных войск бывали огромны. Дорога, которую торили в джунглях саперы, становилась непролазной, а полевые аэродромы раскисали. Во время муссонных ливней обе воюющие стороны намертво влипали в грязь. Даже легендарные вездеходы Си-47 оказывались бессильны перед природой. Чтобы летать в этих условиях, требовались храбрость, воля, мастерство и особенно удача. С их моторами «Алисон», несмотря на все недостатки, пользовались у летчиков большим уважением. Ведь эти машины, если использовать их по назначению, были очень хороши. Летать на них было одно удовольствие – легкие, резвые, хорошо управляемые и послушные. В боевых донесениях за 41 год постоянно подчеркивались великолепные характеристики самолетов, когда двигатель работал в расчетном режиме. Прекрасная аэродинамика и другие достоинства планера неизбежно должны были подсказать кому-то, что самолет надо оснастить лучшим двигателем. И вот в середине 42 года по инициативе англичан такой двигатель был предложен. Это был «Мерлин» фирмы Rolls-Royce, тот самый, которым оснащался легендарный «Спитфайр». После испытания британских «Мустангов» с моторами «Мерлин 65» за дело взялись инженеры фирмы North American. Для того, чтобы втиснуть двигатель в чрезвычайно тесный обтекаемый нос «Мустанга», пришлось несколько изменить его обводы. Внешний вид от этого только выиграл.
На опытном XP-51B установили четырехлопастный пропеллер, развивающий нужную тягу в разреженном воздухе больших высот. Воздухозаборник карбюратора перенесли сверху капота вниз под двигатель, прямо за коком винта. Усилили фюзеляж и усовершенствовали систему охлаждения мотора. В итоге получился самолет, который разительно отличался от предыдущих моделей. Если самолеты с двигателем Алисон работали мягко и плавно, то самолеты с Мерлином были шумными и норовистыми и требовали от пилота большого внимания. Зато выгоды оказались впечатляющими. На расчетной высоте 8800 метров новая машина не знала себе равных. Ее максимальная скорость возросла с прежних 690 км в час до 730 при массе самолета 3841 кг. Резко улучшилась скороподъемность до 20 метров в секунду. Практический потолок достиг значения 13 400 метров. Увеличился резерв мощности для маневрирования в бою. «Мустанг» разительно похорошел и был готов снова ринуться в бой. Испытания самолета, получившего обозначение XP-51B, проводились в конце ноября 1942 года и завершились в кратчайшие сроки. Уже в мае 1943 года новые модели «Мустанга», строящиеся сразу на двух заводах, на новом «Далласе» и старом «Вингвуде», крупными партиями стали отправляться на фронт. Самолеты этих заводов имели разные обозначения. Продукция «Инглвуда» имела индекс P-51V, завода в «Далласе» P-51C. Самолет мог брать на борт большой запас топлива, к тому же производимый по лицензии двигатель «Паккард V» 1650 был очень экономичен, имея почти вдвое меньший расход по сравнению с моторами «Алисон» на истребителях PS-38 или «Райт» на P-47. Это сулило огромный выигрыш в дальности полета. Англичане не могли не отметить, что сочетание экономичности с возросшими мощностью и потолком делали этот самолет идеальным для сопровождения бомбардировщиков, совершавших массированные налеты на Германию. 8-я воздушная армия США давно уже просила самолет с такими характеристиками. И когда появились первые P-51B, которые предназначались для 9-й воздушной армии, части которой осуществляли в основном тактические операции, стратегическое авиационное командование сначала попросту перехватило их у соседей, а затем обменяло на собственные «Тандерболты» и приступило к использованию «Мустангов» в качестве истребителей дальнего действия для прикрытия соединений стратегических бомбардировщиков. «Мустанги» встали в строй. С подвесными топливными баками под крылом они смело бороздили воздушное пространство над Европой, не ограничиваясь просто сопровождением бомбардировщиков, а активно навязывая свои условия авиации Люфтваффе. В качестве самолетов сопровождения «Мустанги» стали надежным щитом в стратегических операциях союзников. Под их прикрытием угроза атак со стороны немецких перехватчиков резко уменьшилась. Первый вылет на сопровождение состоялся 5 декабря 1943 года. «Мустанги» эскортировали бомбардировщики, наносившие удар по скоплению эшелонов на станции «Амьен». Первый воздушный бой на P-51B провел 16 декабря над Бременом против немецкого BF-110 лейтенант Гамс. Количество «Мустангов» в строевых частях возрастало, и уже не было никаких сомнений в их важности для разгрома противника. Лучшего истребителя сопровождения на тот момент не было ни у кого. С подвесными баками по 409 литров максимальная дальность полета P-51B достигала 2320 километров. Летчики Люфтваффе с самого начала войны в Европе привыкли, если не к своему подавляющему превосходству, то, по крайней мере, к равенству сил с противником. С появлением на театре военных действий «Мустангов» они уже не могли рассчитывать на паритет. Действуя с баз в разных местах Европы, «Мустанги» наращивали перевес союзников в воздушной войне. Получая боевое задание перед вылетом, пилоты с надеждой думали о своей безотказной совершенной технике.
Чувства же тех экипажей бомбардировщиков, которые до того летали в логово германских оборонительных систем без сопровождения истребителей, и вовсе не трудно понять. И тем не менее, каждый летчик сознавал, что в ближайшие часы он может быть убит или искалечен. Воздействие мустангов на исход войны в Европе можно судить по признанию Геринга на Нюрнбергском процессе. По его словам, наблюдая, как в небе над Берлином соединение летающих крепостей вершат свою смертоносную миссию под охраной истребителей, он понял, что Германия проиграла войну. Этим истребителем был мустанг. Появление усовершенствованного истребителя вносило перемены на всех фронтах. Так было, например, здесь, в Китае. Мустанги сменили П-40-е и обеспечили союзникам превосходство в воздухе. Наспех сооруженных аэродромов и обеспечивая прикрытие на конечных пунктах переброски грузов в невероятно сложных условиях, «Мустанги», благодаря большой дальности действий и огневой мощи, в короткий срок установили господство над устаревшей и несовершенной техникой противника. Компании даже несколько мустангов сумели мгновенно изменить темп боевых действий. Сначала они летали бок о бок с изношенными П-40, воевавшими на стороне националистического Китая. П-40-ми была вооружена знаменитая американская добровольческая эскадрилья «Летающие тигры», воевавшая под командованием полковника Клера Шеннелта. За время боев американские летчики в большинстве своем приобрели почетное звание асов. Они являлись для ВВС США поставщиками очень редкого и ценного продукта – боевого опыта своего участия в долгой и упорной кампании против японцев. Кампании, которой было суждено длиться до самого конца войны. 356-я истребительная эскадрилья, базировавшаяся в Англии, приняла в свои ряды одного из асов летающих тигров, майора Джеймса Говарда. Живописно раскрашенный фюзеляж самолета, который он перегнал в Европу, наглядно свидетельствовала о славных победах Говарда над японцами. Вскоре он стал знаменитостью и на Европейском театре военных действий. 11 января 1944 года он в одиночку ввязался в бой против 40 немецких самолетов, в основном мессершмиттов 110-х. Которые напали на группу бомбардировщиков Б-17. Фотопулемет запечатлел этот бой на пленке, показывая попадающие в прицел один за другим самолеты противника. 30 минут длилась эта беспрецедентная схватка с десятками самолетов противника, пока не подоспела помощь. Результат – 3 зафиксированных победы и 3 вероятных.
подвиг, майор Говард был награжден высшим орденом США, почетной медалью Конгресса. К немногим замечаниям королевских ВВС Великобритании по поводу «Мустанга» относятся две жалобы на конструкцию фонаря кабины. Во-первых, она не позволяла пилоту оглянуться назад. Во-вторых, слишком высокому приходилось упираться головой в фонарь. Решить проблему было поручено Роберту Малькольму. Усовершенствование, которое он предложил, было тут же внедрено не только на моделях B и C, находившиеся на конвейере, но и на многие самолеты, уже действовавшие на фронте. Оно легко и просто приспосабливало существовавший фонарь поставленным задачам. Вместо распахивающихся створок на самолете появился выпуклый колпак, сдвигающийся по направляющим пазам назад. Завод фирмы North American в Инглуде должен был считаться с опасностью налетов японских бомбардировщиков. Несмотря на изначальную призрачность подобной угрозы, почти всю войну корпуса были накрыты громадными камуфляжными сетками. Замаскированы были не только здания, но и стоянки для готовой продукции. Под сенью этих сетей проводились регулировка и доводки мустангов. На укутанном в сети аэродроме Инглвуд появился мустанг P-51D. Его каплеобразный фонарь и пониженный гаргрот за кабиной делали ненужным нововведение Малькольма. Видоизменился и киль. Он стал длиннее, компенсируя снижение путевой устойчивости, вызванное новым фюзеляжем. Компания North American продолжала держать марку высокоэффективного и технически безупречного производства. Благодаря великолепной организации труда и механизации многих процессов, только в 1944 году было изготовлено 9000 мустангов. Добившись успеха со своим первенцем, истребителем, компания спроектировала также другие модели, например, бомбардировщик B-25 «Митчелл». И в итоге за годы войны она произвела больше самолетов, чем какая-либо другая фирма. Одних «Мустангов» было построено 15 586 штук. Самолеты выкатывали из цехов и буксировали на стоянке, где они проходили последнюю подготовку перед отправкой на войну. Наступление в Европе было в разгаре, когда с мая 44 года на театр военных действий стали направляться большими партиями P-51D. Они присоединялись к уже воюющим мустангам серии B и C, которых было так много, что ими были укомплектованы 8 авиагрупп 8-й воздушной армии США, базировавшейся в Англии. Они были главной силой, обеспечивавшей союзникам превосходство в воздухе до самого конца войны в Европе. Люфтваффе бросали все силы, пытаясь противостоять этому натиску.
перед лицом непрекращавшихся бомбардировок немецких городов и все более интенсивных налетов на авиационные заводы, топливные базы и транспортные узлы, командованию германских ВВС ничего не оставалось делать, как выжимать из своих оборонных ресурсов все до последнего, невзирая на потери летчиков и самолетов. Эти потери Германия была уже не в состоянии восполнять. Хотя «Мустанги» были признаны лучшими истребителями сопровождения в авиации союзников, они сохранили и свою репутацию прекрасных штурмовиков. А поэтому, раз уж сопровождая бомбардировщики, они забирались так глубоко в тыл противника, было логично, чтобы на обратном пути они самостоятельно атаковали на бреющем полете различные цели, выбирая их по усмотрению пилотов. 3 марта 1944 года «Мустанги» впервые совместно с «Лайтнингами» сопровождали бомбардировщики до Берлина и обратно, преодолев дистанцию в 1900 километров. На следующий день они вновь появились над столицей Рейха и сбили 8 истребителей противника, потеряв, правда, 23 своих самолета. Реванш был взят 6 марта. 81 уничтоженный истребитель. Люфтваффе отметил путь союзного эскорта. За период действий на Европейском театре военных действий «Мустанги» совершили 213 873 боевых вылета, сбили в воздухе 4950 немецких самолетов и уничтожили на земле еще 4131. За период после ввода в строй истребителей П-51 на их долю пришлась почти половина общего количества самолетов противника, сбитых в воздухе всеми американскими войсками в Европе. На другую чашу весов приходится 2520 «Мустангов», потерянных во фронтовой зоне, сбитых, потерпевших аварию из-за поломок и отказов, реже из-за ошибок пилотов. На этих кадрах, которые мы показываем четырехкратно замедленной скоростью, оператору удалось заснять подобный случай с жутким финалом. Два «Мустанга», выполняющие атаку на бреющем полете, столкнулись друг с другом и врезались в землю. Блестящая карьера «Мустангов» была во многом обусловлена самим характером боевых действий на Западном фронте. На большой высоте П-51 превосходили все поршневые самолеты Люфтваффе, а отсутствие фронтовых истребителей делало их господство в воздухе безоговорочным. На него мало повлияло даже появление в Германии реактивных и ракетных самолетов. Против чудо-оружия Гитлера, турбореактивного Мессершмитта 262, союзнические П-51 действовали достаточно успешно. Обычно они подстерегали Мессершмитт 262 во время его взлета или посадки, а в воздухе наседали на него всей стаей. Один на один «Мустанг» полностью уступал реактивному самолету. Разница в скорости достигала 170 км в час. К счастью для союзников, у нацистского руководства не хватило здравого смысла форсировать разработку и производство реактивных машин. В результате они были приняты на вооружение слишком поздно и в слишком небольших количествах, чтобы добиться перевеса в решающую минуту. Еще большую скорость, почти 1000 км в час, развивал Мессершмитт 163 «Комета», имевший ракетный двигатель. Он был гораздо динамичнее своего собрата 262-го, но толку от него оказалось намного меньше. Жидкостные ракетные двигатели не были в должной мере доведены, и летать с такой силовой установкой было чрезвычайно трудно и опасно. Запас горючего и окислителя был невелик, и после активного участка на взлете «Комета» большую часть полета проделывала по инерции, без тяги, а затем планировала на свою базу. Благодаря огромной скорости ракетный перехватчик проносился мимо американских истребителей сопровождения, делал несколько бестолковых заходов на бомбардировщики, и тут у него иссякала скорость. Если очереди его 30-миллиметровых пушек сразу не находили цель, лучше было сразу уносить ноги. Для пилота, который на взлете должен был сбросить тележку шасси, а приземлиться с неработающим двигателем на выдвижную лыжу, каждый полет на этом миниатюрном ракетоплане превращался в отчаянный трюк. Кроме того, на этапе планирования «Комета» не могла защититься ни огнем, ни маневром и становилась легкой добычей истребителей сопровождения. В другой
другой крупной стратегической бомбардировочной операции Второй мировой войны, на сей раз против Японии, опять же «Мустанги» первыми из истребителей ВВС США ворвались в небо над территорией противника. К тому времени японская авиация уже была разбита в боях на Тихоокеанском театре военных действий, ее летный состав был выбит почти полностью, выпуск самолетов продолжался. Но в основном это были морально устаревшие типы, не отвечавшие требованиям времени и уступавшие новым мощным американским самолетам. Успехи японских «Зеро» в самом начале войны были кратковременны. Как только авианосцы и воздушные армии США стали получать новую технику, японцы быстро утратили былое господство в небе. С 19 февраля 1945 года, когда первые самолеты приземлились на Ивадзиме, по 6 марта были оборудованы взлетно-посадочные полосы, и здесь расположилась 15-я истребительная авиагруппа «Мустангов». 15 марта к ним присоединилась 21-я группа, а 7 апреля отсюда был предпринят первый крупный налет на Японию. Бомбардировщики Б-29 «Супер Фортресс» под прикрытием 6 эскадрилий П-51 атаковали авиазавод фирмы «Накадзима» в предместьях Токио. Японцы потеряли в воздушном бою 21 самолет и сбили всего 2 «Мустанга». Ни один бомбардировщик не пострадал. По этому сценарию стали разворачиваться последующие события. В конце октября на Ивадзиму прибыла еще одна группа истребителей. Все три группы к 22 июня вылетали на задание в общей сложности 832 раза. Б-29 базировались на Марианских островах, так что у них маршрут был длиннее, чем у П-51. И все же для летчиков-истребителей путь туда и обратно был настоящим испытанием на выносливость. Продолжительность рейда составляла почти 8 часов. Наибольшее по сравнению с любым другим театром военных действий. Лететь приходилось в основном над морем. Первые 2 часа полета летчик должен был справляться с проблемой, которую создавал дополнительный топливный бак под фюзеляжем. Он нарушал устойчивость движения. И пока он не опорожнялся, пилоту приходилось затрачивать больше усилий и внимания, чем обычно, чтобы удерживать машину на заданном курсе. Но для гарантированного возвращения домой, бак, прежде чем его сбросить, следовало полностью опустошить. Лишенная воздушного щита, Япония представляла собой открытую мишень для хладнокровных методичных бомбардировок. Население, окруженное все более неузнаваемыми развалинами своих городов и осыпаемое листовками, обещающими следующие налеты, пребывало в состоянии страха перед неизбежной смертью в огне бомбежек. Для японских летчиков подняться в воздух уже было актом мужества. Их ожидало столкновение с более подготовленным и опытным противником, располагающим несравнимо лучшими самолетами, более мощными вооружением. Итогом почти всегда была неизбежная гибель. На земле они тоже подвергались беспощадной бойне, которую устраивали все те же «Мустанги», с ревом, проносившиеся над самыми верхушками деревьев. Японская авиация не могла защитить саму себя, не то что Японию. Последние месяцы войны продемонстрировали твердость и горделивость японского правительства. В колоссальных разрушениях и кровопролитии, на которые они обрекли страну, не было ни смысла, ни надобности. Другой, более прагматический режим давно бы уже признал свое поражение. Нечего и говорить, что пилоты «Мустангов», возвращавшиеся на Ивадзиму изможденными, со сведенными судорогой мышцами, давно предпочли бы вообще улететь отсюда по домам. В конце концов, после 2 атомных бомбардировок японцы были сломлены, и все кончилось. П-51 последний раз вылетели на задание 14 августа, день, когда император Хирохита объявил о капитуляции.
После войны мустанги остались в строю, причем не только в составе Национальной гвардии США, но и на вооружении ВВС. Оставили, правда, только самолеты модели D, а также последние модификации H. Однако США уже приступили к разработке реактивных самолетов, превосходящих поршневые машины по всем параметрам. И было очевидно, что замена их на другие – вопрос только времени. А пока что П-51 продолжали нести боевую службу как в США, так и во многих других странах. Большинство своих собратьев по мировой войне, мустанги не сразу исчезли из виду. Спустя недели после того, как северокорейские войска вторглись в Южную Корею, мустанги вновь вступили на тропу войны. Истребители австралийских ВВС, базировавшиеся в Японии, прикрывали рейд бомбардировщиков Б-29 2 июля 50-го года. В ожидании, пока будут разработаны и произведены в нужных количествах реактивные самолеты, ВВС США держали в боеготовности соединения мустангов, которые были востребованы войной в Корее. Нужное количество этих истребителей, именовавшихся теперь F-51, было переведено из Национальной гвардии обратно в действующую армию. В первый год войны они летали на задании чаще, чем другие самолеты авиации. Несмотря на сравнительно тяжелые потери, они использовались по максимуму, поскольку были единственной массовой машиной, способной летать на большие расстояния и брать на борт достаточно боеприпасов, чтобы нанести ощутимый урон противнику. Перед вылетом на боевое задание заряжается пленкой фотопулемет, установленный в нише стойки шасси. Вооруженные обычно бомбами и ракетами, мустанги выполняли задачи поддержки наземных войск, летая на малых высотах в гористой местности, оставлявшей мало шансов уцелеть в случае вынужденной посадки. И снова дала о себе знать застарелая болезнь двигателей с жидкостным охлаждением. Самолеты были уязвимы под огнем земли. Для примера, южноафриканская эскадрилья, летавшая в Корее на мустангах, потеряла с ноября 50-го года по январь 53-го почти 60 самолетов, подбитых стрелковым оружием земли. Однако для полной картины следует добавить, что несмотря на потери, эта эскадрилья действовала весьма эффективно, успешно выполнив 10 373 боевых задания. Хотя «Мустанг» уже морально устарел и использовался в Корее в опасной для него роли пикирующего бомбардировщика, он все еще оставался оружием большой разрушительной силы. Советского МиГ-15 «Мустанг» был скорее мишенью, чем соперником. Его титул лучшего в мире истребителя ушел в безвозвратное в прошлое. Тем не менее, в начальный период Корейской войны именно ожесточенные действия истребителей-бомбардировщиков «Мустанг»
выиграли время для 8-й армии США, позволив ей окопаться вокруг Пусана и остановить стремительное продвижение северокорейских войск. Видимо, история уже подвела черту под эпохой истребителей с поршневыми двигателями, и венцом творений в ней был «Мустанг». Он мог выделывать такое, что было не под силу никакому другому самолету, но дорогой ценой. В составе Национальной гвардии «Мустанги» прослужили до середины 50-х годов. Очень ограниченное их число оставалось на вооружении ВВС США в качестве истребителей еще 20 лет. П-51 рассеялись по всему свету. Они оставались в Китае, строились в Австралии, служили в Швеции, а также почти во всех странах Южной Америки и Карибского бассейна. Они составляли костяк новорожденной израильской авиации и последний раз с успехом применялись в больших количествах во время войны 1956 года. А в таких странах, как Доминиканская Республика и Индонезия, они оставались реальной боевой силой в составе ВВС даже в 70-е годы. Помимо всего, «Мустанги» стали любимым самолетом гражданских пилотов, использовавших их для воздушной акробатики, спортивных соревнований и просто для прогулочных полетов. Пилоты любят их и до сих пор. Конечно, у них есть свои маленькие недостатки, вроде дергания пропеллера при взлете, но зато обладая невероятной мощностью в сочетании с надежным планером, они представляются существами совершенно иной породы, нежели любой гражданский самолет, и сохраняют ни с чем не сравнимое обаяние мистики. Они были превосходно сделаны, это главное. За теми экземплярами, которые еще остаются на ходу, ухаживают с такой фанатичной любовью, что, по-видимому, они войдут вместе с нами и в новое тысячелетие. Попытки описать тот или иной самолет как лучший истребитель Второй мировой войны стали общим правилом, но от них мало пользы. Можно, конечно, перечислить на пальцах несколько выдающихся самолетов, но чтобы выбрать один, нужны серьезные обоснования. В нашем повествовании мы снова и снова называли «Мустанг» лучшим истребителем своего времени, вопреки хорошо аргументированным доводам тех, кто превозносит другие машины, например, «Фоке Вульф 190» или «Спитфайр». Однако «Мустанг» отличался от них в главном. «Спитфайр», как и все остальные европейские машины того времени, был фронтовым истребителем, то есть оборонительным оружием. П-51 сравним по скорости и маневренности со «Спитфайром». Он имеет примерно те же габариты, но весил он вдвое больше, благодаря запасу горючего, который обеспечивал ему дальность полета в 3 раза большую, чем у английского самолета. Применение «Мустанга» в стратегической кампании в Европе оказало решающее воздействие на ее исход, и поэтому он действительно котируется как лучший американский истребитель Второй мировой войны. Поэтому сравнивать П-51 с другим самолетом бессмысленно. «Мустанг» горделиво стоит особняком в своем классе.